Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф, и это The Binding of Isaac Rebirth. В прошлой серии мы открыли двух персонажей. Это Ева и это Самсон. Кем сыграть? Давайте Самсоном. Еву я еще с прошлой версии игры недолюбливаю. Посмотрим на Самсона. 2 единички урона. И особенность Самсона в том, что он накапливает урон. То есть, чем больше мы убиваем за каждых, по-моему, 2 убитых, у нас 1 единичка урона добавляется. Если в этой версии, конечно, ничего не изменили. Так, деньги. Угу, знак зодиака. Tears up плюс knockback shot. Что это значит? Окей, сейчас узнаем как-то. Угу, очень полезная комната. Что здесь? Бесполезный товарищ, окей. Дальше. Какашки. Какашки. И еще какашка. Отлично, денежка. Пауки вот эти настырные, довольно наглые. Гады. Аккуратненько их надо снимать. Само собой. Эй. Что деньги мне дают и дают. Не знаю, где секретная. Одну бомбу тратить не хочу. Давайте валить этого гада. Так, сразу немножко усилимся. 2 мухи завалили. Против герцога мух сразу же хорошо бороться. Так как у него много-много мух, соответственно, на которых мы можем поднабрать урона. Этот парень не дает такой возможности, само собой. Но зато он в целом безобидный. Только не плюси, чем попало. Это некрасиво. Это очень некрасиво. Если мы от него далеко отходим, он начинает прыгать. Что-то сблизи он тоже решил попрыгать. Немножко непредсказуем. Ну, в целом, довольно прост. Надо только на нем урона не получать. Вообще, все будет шикарно. Отлично. Апгрейд на жизни. Я не против. Идем дальше. И что у нас тут? Большая комната. Еще одна большая, но не такая большая. Весело. Чинь-чинь-чинь-чинь. Аккуратненько пробегаем. Набираем урончик. Вообще мы его набираем, что-то я понять не могу. Как-то он не меняется особо. Должен ли меняться? Как-то внешне это должно изменяться. Так, конечно, не понять. Вообще что-то происходит, не происходит. Зубастая комната, почему нет? 2 синих сердца, таблетки. Взорвем. Каменный, здесь карта. 2 сердца, хорошо. О, будем видеть скрытые комнаты. Это очень здорово. А это что? Лимон пати. Не очень нужно. А вот скрытые комнаты, это весьма и весьма неплохо. Сколько мух. Набираем урончик. Если раньше, правда, не погибнем, само собой. Набрали. Чё-то я хоть краснеть-то начинаю. Вроде порозовел немножко. Как в этой версии сделано. Размер слез не увеличивается, к сожалению.
Как-то это подозрительно. Так, золотая какашка. Зато денежки. А тут магазин, в который мы зашли на халяву. И лестница, которая не так, чтоб нужна. Давайте лишних немножко денег сюда закинем, пока есть такая возможность. Не всегда она у нас есть. Идем сюда. Парень. Это классный предмет. Сразу используем. Что это у нас предмет делает? Так, превращать нашего чувачка в демона. Это нам понадобится. Ух ты ж. Как просто. Куча пилюль. Так, красная что делает? Full heal. Так, лимон пати. И чё? Bad trip. Что-то нехорошее. Full heal. Так, давайте королеву пока возьмем. Или что это? Дабы босса победить. И валим последнего чувачка. А, сердечко у меня отняли, синее. Все, понял, что такое бэтрип. Оу. Сейчас вроде слезы подвыросли. Так, я явно покраснел. А, тут суперсекретная комната. В которой черное сердце. Занятно. Так, на сделку с дьяволом я вроде бы иду. Урон я на красные сердца не получал. Так, Лайт Джуниор. Тем не менее, карту применяем. И начинаем его валить. Ну, чувачок. Или я получал урон? Где моя сделка с дьяволом? Что за фигня? Ну да ладно. Идем тогда забираем пилюльку на full heal. Так, вот эта пилюлька на full heal. Отлично. И сваливаем. Так, больше тут ничего интересного. Тут у нас нету синих камней. Здесь есть кувшин, в котором не факт, что что-то есть. Хотя у меня бомб все равно нет, поэтому пофиг. Уходим. Так, нелицеприятное прошлое наше показывает, как обычно. В этой комнате что? Сундук. А тут... Давайте, нам нужна сделка с сатаной. Надо как-то не получать урон на красные сердца, соответственно. И все тогда будет у нас отлично. Идем сюда. Бочки. Терпеть вас не могу, ребята. Давайте потихоньку вас убивать. Две бомбы. Больше удачи. Не сказал бы, что мне это очень нужно. Но да ладно. Ой. Вот эти гаврики могут поднапакостить. Да твою налево. Я же говорил, может. Поднапакостил. Отлично, зато две бомбы. Ой, мухи. Которые взрываются зелеными бомбами. Вообще не айс. Так, синее сердце. Открыли всю карту. Хорошо.
Такое здесь. Здесь еще синее сердце. И ладно, тогда зайдемте давайте в магазин. Твою налево. Быстренько в магазин. Тут батарейка пригодится. За ту комнату я уже был. Да. А, я могу еще раз использовать. Солнце. Скайн восстанавливает все здоровье. Это круто, наносит урон всем врагам, открывает карту. Клевая вещь. Буду ее использовать для восстановления здоровья преимущественно. Так, ключи у меня всего в достатке. Вот. Куча бомберманов, это вообще не круто. Фу, блин, как они в меня не попали-то. Бэтрип. Пожалуй, откажусь. Так, надо было батареечку-то взять. Давайте сейчас батарейку, наверное, может быть. А хотя... Хотя он и так зарядится. Я думал еще какое-нибудь сердечко синее получить. Изловчиться. Но это как повезет. Хорошо. Тут что? Лимон пати. Это не особо круто. Ладно, идем к боссу. Холлоу. Давайте валить Холлоу. Раз такая пьянка. Так, надо как-то их валить. Валить, валить. Эти гады еще и гадят. Как подло. Как подло. Очень подло. Так. Сделка с сатаной. У меня куча синих сердец. Красный ребеночек и бесполезная книга. Красный ребеночек может быть полезным, но не факт. Лучше, ладно, прибережем наши сердца для следующего уровня. Там попробуем взять сделку с дьяволом. Здесь это как-то бессмысленно, по большому счету. Ну, я, кстати, мог сбегать батарейку использовать. Ну да ладно. Так, применяй. Отлично. Что, где? Когда? Мини-босс внизу, золотая магазин там. Давайте к мини-боссу. Ты кто? Этот крикун. Ну, кричи. Так, молодца. Еще будешь кричать? Ой, красавец. Может, еще покричишь? Куда ты побежал? Вот зачем ты побежал? Давай, 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 давай. Давай, кричи. Угу. Колесо фортуны, да? Фортуна ничего так повернулась к нам нужной стороной. Ой, вот эти гады. Это что такое? Дерзкие пауки. Терпеть их не могу. Вот. Больше только не терплю эти какашки дурацкие. Они меня неистово бесят. Вот жлоб здоровый. О, хорошо, хоть какашку подбил. И вторую подбил. Да он вообще бро на моей стороне. У меня урон недостаточный. Совсем нет. Количество монет можем удвоить. Что, кстати, неплохая идея.
Хотя, кстати, надо было сначала взять здесь. Посмотреть. Потом уже брать монеты. Да, у нас еще бы немножко монет плюсанулось. Это удвоилось бы. И было бы вообще шикарно. Ну да ладно. Кирка. Круть. Нафиг не нужна. Сюда я не полезу просто так. Ой. Это опасно. Опасно туда к ним подлазить, потому что оно это пипец. Давайте валить всех нафиг. Ой-ё. Это вообще беда. Сколько их тут, а? У них довольно непредсказуемое поведение. Они начинают кидаться резко. Что совсем не круто. А всех зато одолели. Используем. Еще синее сердце. Тут что? Скидочка. На кой шиш мне скидка? Давайте лучше сюда закину денег. И пойду дальше. Пойду к боссу. Сделка с сатаной. Сделка с сатаной нам нужна. Нам нужен полет, нам нужен урон, нам нужно что-то. Что-то такое, что даст нам шанс как-то все это пройти. Да чтоб тебя. Так, окей. Зайдем в эту комнату, глянем. Вдруг тут что? Да. Чё-то не вовремя себя понесло. Ой, как не вовремя. Да тут совсем-совсем не крутые пауки тусуются. Комната особо нужная. До босса еще немножко проковылять. Это довольно легкая комната. Отлично. Тут что? Тут паровозик. Терпеть их тоже не могу. Гадкое сооружение. В этой части он хоть покрупнее, в прошлой части Айзека это было прям мерзкие маленькие головы такие бегают. Это сейчас они по такому же алгоритму носятся. Не пойми по какому. Так, этого большого бы завалить. Отлично. Вот, слепые черви. Хорошо это. Это приятно, что не всякие бегающие гады. Конечно, Самсон красавец лупатый на данный момент. Ну ничего. Ну валите уже. В мир иной. Так, тут эти головастые. Да и черт, забыл, что надо уворачиваться. Не зря зашел ключик. Ключей у нас не так много. Один зеленый гаврик. Уже нету. А, хаск. Хаск это хорошо, в принципе. Он вроде как со всякой мелочью. Только он какой-то агрессивный. Это плохо. Давайте его валить. Плохо, что он с пауками. Я их тоже не особо люблю. Так, еще и стреляет всякой гадостью. Что-то я не понимаю, где сделка с сатаной? Range up. Где она, когда нужна? Либо вообще урон не получать надо. Вроде же на красные сердца урон не получал. Очень странно. Так, или стоп, сделка у нас в каждой второй или в каждой нечетной. Первой нет, а второй есть.
А, фиг знает. Ладно, я запутался. Так. Что-то хорошее вверху. Идем туда. Можно две бомбы обменять на кучу всякого. Ой, два ключа, вернее, на кучу бомб. Но не будем. Ой, мозг. Мозги, 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 мозги. Минус. И минус. Что тут? Вуп-вуп. Это вот такие выстрелы. Вуп-вуп. Ну ладно. Пусть вуп-вуп выстрелы. Я ж не против. Не совсем, конечно, они удачные. Так. Что-то, что его съел. Ладно, но мне не особо надо. Вот магазин нужен. В нем может быть что-то хорошее. А может и не может. Походу второй вариант. Это чё вообще? Pay to pay. А, это деньги тратим. И урон всем наносим. Зря взял. Истратил деньги. Окей, молодец. Все по плану. По какому-то очень глупому, но плану. И идем к боссу, по всей видимости. Не знаю, нету смысла весь уровень зачищать. Не-не-не, не настолько сейчас в форме. Так, нет-нет-нет. Ой, ты там откуда? Что за твою налево? Вот гад шустрый. Как чует. Угу. Плитка шоколада. Давайте лучше ее. То этот выстрел меня как-то не очень радует. Так, на шипы. Вот гады. Умные, что ли? Умные? Гибните. Гибните массово. Не хотят, смотри-ка ж. Смотри-ка ж ты. Умные-то умные. Так, ой. Зато я что-то не очень походу. Валим, валим, валим. Супер. Еще и в себя урон получил. Я вообще молодец. Завалили одного. Тут что? Лимон пати. От которого им вообще фиолетово. Что-то они летают. Ну да ладно. Аккуратненько этого теперь надо снять как-то. Как-то аккуратно так. Черт, чуть не чмокнулся с ним. Когда он внезапно развернулся. Так, еще карта. Ты кто? Ага. В комнату босса можем стартануть напрямую. Эта карта нам может понадобиться позже. Да. Сан. Давайте зачистим с помощью этой карты вот это вот место. О, с кучей какашек. Отлично. Всех их поубиваем. И возьмем ту карту, которая телепортирует в комнату босса. Она нам может пригодиться. Даже очень. Ну иди сюда, какаха. И пойдемте к боссу. Что-то я не в том сейчас состоянии, чтобы долго тут бродить. Для меня это может быть очень чревато. Идем сюда. Гейт. А, этот гад, по-моему, гадкий.
Или не очень. Или очень. Так. Ну, зато у него есть сотоварищи, которых можно убивать и нужно. А не тупо бегать. Черт, почти увернулся. Воу! Вот это внезапная внезапность. Так. Черт. Не светит мне сделка с сатаной. Ой, не светит. Вообще не светит. Ой, как не светит. Да. Сильно не светит. Куча урона. Ну да ладно. Мне что-то более убойное надо получить. А то я сейчас к маме приду и как-то... Как-то чем ее убивать? Этим, конечно, можно, но это совсем не крутая тема. Так войну вести. Сейчас этот гад выстрелит. Вот я даже эти мозги очень быстро убить не могу. Потому что пипец, все с уроном, печалька. Теперь у меня какая-то фигня на груди. Все вообще не круто. Мы зайдем сюда, почему нет? Бой с пауками, само собой. Какая-нибудь бесполезная фигня после него. Сердце. Так, все открыли, босс в самом конце. Отлично. Я, конечно, могу к нему телепортироваться, но это будет очень глупо. Воу, не проскользнул. А пытался. Так. Долбаный. Так. Аккуратно. Супер. Смог. Тут чё? Рейндж даун. Супер. Копытца. Спидап. Пусть лучше оно. Так, какашка. Здоровая. Нифига не крутая тема. Так, ладно, я урон вроде понабрал. Давайте валить. Чё-то нифига. Гадость. Терпеть их не могу. По-моему, самый стрёмный босс. Босс. Ну и босс, кстати, стрёмный. Терпеть его не могу. Ну и враги они вообще печальные. Так, я красный стал. Что немножко здорово. Я теперь хотя бы вижу, что у меня урон больше. У меня он теперь всегда больше, что ли? Я постепенно урон набираю. Так, вот это сквозные выстрелы, это круто. Компас. Ну, компас мне не особо нужен. По той простой причине, что у меня шар все-таки. Сломали. Окей. Что-то не очень отсюда хочу идти. Давайте лучше отсюда. Бомбы, еще монетка. Сердец бы мне, вот чтобы не помешало действительно. Так, ага, в основном они сквозные эти выстрелы. Мимо ко мне не летят. Кого они, врагов рассекают. Единственное что. Джокер. Можем попасть сразу к сатане. Это не сатана, это ангел. Все статы апнули. Отлично. Вот такая вещь очень нужна. Была. Какие у меня стрелы. Большие, страшные. Отлично. Урон получил, это вообще не супер.
Так. Что здесь? И продолжаем. Так, у нас осталась одна комната до босса. Черт. Опять эти толстячки-боровички. Оу. Еще каким-то чудо-выстрелом он меня смог задеть. Печаль. Четыре сердечка у нас на все про все. Особо их взять неоткуда. Единственное, что было в магазине, по-моему, ничего хорошего. Давайте пробовать. Так, каким-то чудо-образом она меня достала. Что совсем не круто. У нее зато куча сотоварищей. Хотя непонятно, дает ли мне это что-то вообще. О, нога, чудо-нога. Отлично, следим, следим. Следим за ногой. Как-то глупо на ней погибать. Вообще глупо. Я этого не хочу делать. Совсем-совсем. Вот что она кричит, а не топает. Это немножечко выводит. Damage и range up. Какие уже стрелы гигантские. Отлично, идем. Так, надо какую-то комнату посетить, чтобы открыть. Какую-то не самую козырную я выбрал. Черт, вон что-то не очень. Отлично. Минус и минус. Смотрим, куда. Угу, мир открыть. Очень актуально. Да, босс рядом. Идем сразу к боссу. В чем проблема? Нет проблемы. Так. Оп. Хотел пройти так, чтобы не задел ничего. У меня еще проклятие. Я не вижу, сколько у меня здоровья. Что плохо. Скорее всего, я убьюсь. Я хочу... Да, я хотел через край пройти, и как-то не задалось. Ну ладно. Попытка с Самсоном. Попытка не пытка. В любом случае, всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих сериях. Всем всего хорошего. Пока-пока.